Добрый день, друзья! Смотрите, мы попали на павлинью дуэль. Это вот зеленый павлин открыл свои 120 перьев перед белоснежным красавцем. И сейчас мы увидим, откроет ли белый павлин свой шикарный хвост. Это именно зеленый стоит павлин. Есть в основном павлины синие. У них синяя шея. А это зеленый павлин с зеленой шеей и таким хохолком чуть-чуть вперед. Ну, где ж ты так бегал, что он столько перьев, видно, сзади поломал? Потряси перьями, потряси хвостом, и, может быть, давай. И, может быть, он пойдет на дуэль. Видите, зеленая шея у него, на голове тоже зеленая. Вот такой павлиний хвост. Я их называю павлинов живыми цветами тайгана. Вот так вот они сейчас с апреля по начало июня ходят по всему парку, раскрыв вот такие хвосты. Очень красиво. Ой, ой, ну покружись. Покружись. Давай, покружись. Вызови нашего белоснежного красавца. Ну, а ты чего сидишь? Давай, давай, хвостик тоже покажи. Видишь, как он красуется. Вот, вот так хвостиком. Да, сломаны где-то 5 перьев. Ничего. Ну, что, ты спасовал и ушел? У этого павлина, у всех павлинов на голове. Давайте осмотрим этого, чтобы вы понимали. Вот на голове, видите, у него так вот пучком перышки. А у всех павлинов, вот они такие в разные стороны, как у белого. Не хочу пока приближать. Зеленый индийский павлин. Ну что, у нас ничего не получится? Вон курочки идут с петушком. Давай там, та-да-там. Так он кружится. Та-да-да-там, да-дам. Поворачивайся вокруг своей оси. Нет, ну очень было бы симпатично, если бы было два хвостика. Иди на голове, такое зеленое, красивое. Не поддается белый на провокацию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть перышек сзади сломанных. Где-то лез через кусты. Я тебе хочу сказать, что ты победил. Да. Та-да-да-там, да-там. Та-да-да-та-да-да-та-да-там. На-на-на-на-на-на-на. Та-да-да-там. Та-да-да-та-да-там. На-на-на-на-на-на-на-на. Ну, павлины всегда норовят вот так. Вот так. Ну, так красиво. Топы, топы, топы. Топы, топы, топы. Вот так уже красиво. Потому что сзади будешь показывать своим павам хвостик.
И как там у тебя пёрышки дрожат? А нам все-таки лучше спереди. Не, ну шо вот это вот? Пошел, 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 пошел. Ну, а ты? Понес свой царственный хвост. Какие перья. Филигрань такая белая. О, тут идет курочка. И он сразу стал хвостом играть. Ничего, что у этой курочки есть петушок. Друзья, наконец-то мы дождались с вами. Таких два цветка. Не, ну сзади не симпатично, перья поломаны. И тут сложил, и тут. Белый прямо филигрань свою. А я вот так. Ой, посмотри, как красиво. Батл. Павлиний батл. Все, ты свой хвост сложил? Ты признал поражение? Хотя на самом деле у тебя гораздо красивее хвост. Белые павлины хоть и более редкие, Слышите, какой шум. Так вот, белые павлины, хоть и более редкие, но, на мой взгляд, зеленые и синие гораздо ярче и красивее перьями. Просто всегда чего мало, то и вызывает больше удивления. Все. Мой дорогой друг, ты проиграл. Победитель празднует победу. Хочет зайти, не знает как.
Звук, как у хорошего вентилятора. С любовью, стой, гада.